It's a really beautiful world. Look at this. I'm really happy right now. And I'm already sad because I know the time will pass by so quickly. And I'm already sad because I don't want it to end. Say, hey guys, keep rocking. Life is still worth living. Life is awesome. You had some doubts about it? Yeah, I always have doubts about it. Ребят, скажи привет. В общем, мы кушаем. Вкусно покушали. Это я так успокаиваю Гульмиру. По другому предмету. Потом собираемся резко. Потом резко собираемся, да, Багила? Я бы так... Such an exciting journey. Honestly, it's not cheating, because... Нет, даже 30 секунд, очень минут слишком долго, наверное, 30 секунд. Это summarizing вообще всего, да? Сори, я просто про интро, как наша сессия будет идти? Да. Так, не знаю. Нет. Давай золотую середину какие-то. Ваши ощущения сейчас, в данный момент? Я очень счастлива, да, потому что я рада, что у нас есть такая группа. Я желаю, чтобы мы всегда в такой сплоченной оставались. Да, и круто. В комментариях. No comments. Meet Sara. It's Sara. She's a privileged white girl. That she's got her Starbucks. Today we're gonna meet new teacher. And Mira spent all night studying. It's a lie. It's a lie. Not all night. О, здесь какое небо красивое. Облака. Продолжаю вести свой видеодневник. Нереально холодно. Это просто жесть. Я думала брать шапку или не брать шапку с собой. Но подумала, блин, это всего 12 сентября. Какая нафиг шапка? On my way to the university. I literally had just 1 hour of sleep today. And to my own surprise, I don't feel that tired. Oh my god. The wind itself, it's crazy. С ним. Нет, да ладно, не знаю. Просто быстренько, ребята, мы получили. Или самый высокий балл. Это прекрасно. Блин, мы это... так мутили. Сама профессор сказала, что мы очень хорошо поработали, и это было хорошим началом для всех других. Супер, блин, супер, супер, супер. Офигенный день. Я спала 1 час. Я спала 4 часа. Продолжалось на протяжении 1 недели. Действительно, 4 часа на протяжении недели? Да, то есть это очень сложно. Когда ты переживаешь, не то, чтобы сидишь и зубришь что-то. Просто переживаешь, из-за этого ты можешь Да. Нормально не допустим. Да. Кири вообще не спит. Я не сплю, 37 час без сна. Да, а вот как... такая укладочка. Мы собрались в кино и как бы супер. Пожалуйста, это укладка от Тони Энгай. Тони Энгай, Астана. Что-то смешное сказать, у меня просто голова не варит. Анар, давай генерируй смешные идеи. Мира сегодня защитилась, но отлично. Презентацию. Вот я запорола. Все. Ты запорола. Анар. Анара. Анара красавчик. Очередной день в Астане. Ветер, ветер. Мне кажется, я начинаю уже привыкать к этому ветру. На удивление, теплый ветер. И, по-моему, уже нет комаров. И это офигенно. Я иду в универ, в библиотеку, мне нужно взять там одну книгу. А потом я встречаюсь с Еркижан. Еркижан, если ты смотришь это видео сейчас, я передаю тебе огромный привет. Небо, о боже, небо в Астане. I'm obsessed. I'm obsessed with the sky. I'm obsessed with life. I'm crazy happy right now. Really crazy, very, very, very hairy, Larry, Sari, Dairy, Kadebari, Berry, very happy. Nice. Я как турист, да, прям реально?
отпуск. И нам, блин, тут нужно так от этерки, Жан. В общем, мы с Гаей... Привет! Мы идем на современную арт-тусовку. Thanks to all the parents of the artists who are supporting the kids and believe in them. На самом деле я верю в художников так, как верят в меня мои родители, поэтому... Мы идем по знаменитому... Да, привет всем! Отрасскому мосту! Красивый мост! Привет! Найс, круто, красивый мост просто, представляете его! Просто я ее видел где-то... Нет, конечно! Блин, ну ты даешь! Сегодня какое число, Камила? 15 сентября, суббота, 18-й год, Астана, Пинта. Ребята еще подтянутся, we're fresh, мы пока что fresh еще! Кахар, как твои дела? Хорошо! Что ты пожелаешь себе после окончания этого учебного года? Fluent English. У тебя и так great English. Еще better. Yeah. Ну да, нет предела совершенства. Нет, хочу спать. Окей, очередное. Мы с Нарой идем грызть гранит науки. На. Hello, my name is Anara, I'm 29, and I'm looking for a boyfriend. Okay. Single and ready to mingle, y'all. Another day after school, I'm on my way, this is awkward, I'm on my way home, I call it home now, yeah. I'm getting used to my life in Astana, I'm gonna say Astana, life is not that bad. Она записывается уже. Всем привет! Hi. Да, это Аида, это Женя, а это кто-то непонятный. Что сказать? Давайте пожелаем себе что-нибудь. Вообще все, мы вдохновились учиться и исследовать, и мы будем крутыми исследователями. Теперь нам нужно много читать, постоянно читать. Аида, твои советы? Всем nice weekend! Аида, где учеба? Супер! Тогда будет видео внутри. Мы сегодня с Гаей встали в 6:30. 8. А, я в 6. Я пойду в 6:31 где-то встала. Ага, Аида на парах. Мира идет делать уроки. Да. Самое время делать уроки. И у нас будет классный день, да, Гая? Да. Я скажу что-нибудь на французском. Живу в Альганике. Аншанте. Мы празднуем день рождения. Ай, Маршри! Очень приятно. Да. Мы идем в универ на учебу. Это зеркало толстит, если что. Да? Да, капец толстит. I don't feel like doing anything. I just wanna lay my bed. I'm feeling pretty fine, surprisingly enough. I mean, I love reading, honestly, I do. I think I figured a way out to kind of concentrate on my readings, because there is so many of them, so much to read. I'm feeling better now because I found a way to somehow concentrate on all the positive aspects of all of that, you know, of life in general, and that's amazing. I think that I'm happy now, I'm happier maybe now, because that's what I've wanted to do for a long time, to fully, wholly, guacamole concentrate on my studies. And I'm loving the weather, it's amazing, and Astana is not that bad, it's great actually. Aida! Aida, who didn't know your presentation. 7 декабря, when it was fun. Yeah, it's very fun. Why? Because I don't think about it. Why do I do it? Here we sit, we ate. Это самое бессмысленное видео. Но зато... Что зато, Аида? Зато мы живые. Да. Мы дышим. Да. Treat yourself well. Yes. After 4-hour session, да? Да. Да, немножко нужно.
Нет, Анара, не делай этого, не уезжай. А, все, я уезжаю, баста, дедушка. The wind. Another day here in Astana. Another struggle. I'm fucking nervous because I'm about to fuck up my whole study. Because I still haven't started writing my proposal and the deadline is in a few days. Поспала я всего, по-моему, 4 часа или что-то такое. Поздно легли, рано встали. Но зато вот это какой-то утренний бриз, ветер. Супер, прям я проснулась. Try Rimalari saw for this paper before Alain, but you won't take this thing out this word before I say, cause in a way I'ma let you stuff him, cause I mean what I say, I'ma do something I do. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me, so fuck the world, feed it beans. Is guessed up if things stopping me. I'ma be what I said I'd be, without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down the balcony. No offense, a buzz and try to ask me or a halcony. From infinite down to the last relapse album, he's still shitting, whether he's on salary, paid hourly. Anara, не нижься в танцовку. Thank you. Ладно, пока всем. Пока всем. Всем привет! Наше похождение с Нарой продолжается. Мы с Нарой почти подошли к сцене. Сейчас начнется концерт. Мы идем на концерт. На концерт. MD! MD! Фанатки number one. Да, Нара? Да. Ты за нами выдохнула. Да. Я хочу твою... Я хочу твою... Или мне нужна? Я хочу твою любовь. Мне нужна твоя любовь. Я хочу твою любовь, наверное, да? Нам по 15 лет. Приехали специально ради МД. Сно. Несмотря на то, что вчера он давал концерт в Алмате, да? Да, мы просто решили поддержать его здесь. Потому что очень холодно. Сейчас вдруг мало людей придет. Небо, небо. Небесный.